На сегодняшний день, насколько мы знаем, есть видеозаписи. Да, очень важный аспект. Есть видеозаписи, которые все засняли. То есть эти видеокамеры расположены внутри самого торгового центра «Адем». И вот очень важно, что эта комната со всеми видеозаписями осталась целой. Давайте я вам покажу видео, которое это прямо подтверждает, что все осталось целым. Вот за этой комнатой находятся все секреты и ответы. Вот здесь ничего не пострадало, ничего не сгорело, а вот именно вот в этой комнате, вот здесь, которую прикрыли камнем, находится все, где снималось на видеокамеру. Все целое и ничего не погорело. Вот здесь. Вот в этой комнате, номер 26. Вот она целая, но закрытая. Что здесь делаете? Значит, мы обращались к администрации торгового центра, чтобы нам предоставили это видео для просмотра. То есть администрация ничего не дала, сказала, все изъяло следствие, обращайтесь в следствие. Да? Ну, со следствием сейчас тяжело эти взаимоотношения идут. Сейчас люди еще, ну, практически, наверное, только некоторые, да, получили постановление о том, что они потерпевшие. То есть подавляющее большинство даже такого не выдали, да, постановление. Давным-давно можно было всем общественности показать эти видеозаписи. То есть что там самое главное? Как начался пожар? Да? С чего? С какой комнатки? Да? С какого места? Все будет видно. Как он пошел распространяться? Что в это время делала там, например, охрана, которая там находилась? Да? Бегала ли она, тушила этот пожар или нет? Да? Когда приехали первые пожарные, да, вот оно, начало возгорания, да, через сколько появляются пожарные? Если они появились первый раз только через 2 часа, почему через 2 часа? Если их никто не вызывал, почему никто не вызывал, да, что происходило в течение этих 2 часов, да? Если все эти видеозаписи проанализировать, будет очень четко вся картина раскрыта, да, и вся это, все это мародерство, и все будет раскрыто. Вот полная тишина почти 3 недели, понимаете, невозможно ничего добиться. Вот это страшно. И если все это скрывается длительное время, значит, что делают? Скорее всего, марафетят, да? Скорее всего, думают, а кого же теперь назначить ответственным, да? Как бы это все скрыть, вот эту информацию? Как бы сделать так, что как будто этих видеозаписей нет, да? Вот какие подозрения, понимаете, выходят. Видеозапись, все детали расследования, они являются достоянием следствия, поэтому их адвокат, либо лица заинтересованные могут в любом случае обратиться, официально обратиться к сотруднику, который ведет дознание, и получить доступ к материалам. По данным администрации торгового дома, собственников количество составляет 1600 человек, и только 640 из них написали заявление. Оставшиеся граждане, ссылаясь на те или иные субъективные причины, пока в полицию не являются. Кто-то из них даже совсем отказался от подачи заявления. Но тем не менее, досудебное производство начато. В частности, назначены две довольно-таки сложные экспертизы. Это пожаротехническая и судебно-строительная экспертиза. Сейчас производство по этим экспертизам еще продолжается. Отчасти поэтому по результатам данных экспертиз будет установлена истинная причина пожара и сумма нанесенного ущерба. Между тем, сейчас поступает от граждан какие-то сомнения о необъективности следствия. Это сразу же с уверенностью могу исключить данный факт, это их субъективное мнение. Следствие проводится должным образом, согласно уголовно-процессуальному, уголовному законодательству.